Даже на лос? Да, кому они нужны, Лёх? У меня в банке даже две лишние лежат, потому что у них просто так скидывают. Воли? Нет, я не про воли, я про печеньки. Если печеньки героические... Воли нет кому. Да кому она тут нужна? Это ж фиговый интриг. Я очень сомневаюсь, что она хорошо инху подходит. Нет, воля? Если она тебе будет постоянно на прокачать. Кроме Лены на лос. Ну, типа, я просто ни одного инха с воли не видел, поэтому я... Дисперсия, быстрее. Я возьму себе для дуэли. А можно быстро сходить на кухню за котлеткой? А можно взять волю потестить? Короче, пора мутер. Девчонки, берите пример с Маши. Какой? За нее муж все говорит. А что, она котлеты не ест? Худеет, наверное. Маша лишнего никогда ничего не говорит. Просто у нее Афон есть, который ей не дает. Просто вы так бьете, что ли? Не успею. Да ладно. Бери большую. Да, тестаны по-большому, замедление на большую, чтоб он там остался жить. Чего? Собаку. Собаку согреть? Блин. Я просто не понимаю, это у меня появится одной лага, это... Нет, ни одной. Тебе надо просто попадать слова. Соло. Артемий, а ты зачем прячешься за угол? Как тебя хилить? Есть, по-моему, муд дали, а ты спрашиваешь. Вы когда вот так становитесь, я на вас просто трачу время. Хилы пытаются, вы в зоне видимости, но за углом мы вас не достаем. Мы просто на вас тратим бесполезное время. Вот и все. Хилить мы не можем, и других тоже хилить не можем. Ладно, тут урон минимальный, как бы, а так-то пытаешься человека хилить, а кто-то сдохнет просто из-за тебя. Это не дает хила. Я не съем с ним, пожалуйста. Даю проверку.
Они есть. Что? Сними с него, пожалуйста. Она хочет полезного. Просто сними. Она будет научать и так. Спасибо. Кого первого возьмет, босс? Ух, блядь. Окей. Блять, прям вот дождались, когда стаки пропали. Красиво. Норус, тебе тоже? Лично пофиг на ваши. Интересует? Нет, я говорил про ДПС, а это большая прибавка. После каждого босса скидываешь рекаун. Ниже пусть рекаун тебе будет. Значит, так еще. Стак. Априори пусть тут самый слабый. Если пусть выше кого-то, значит кто-то слаб. Окей. Че вы вдвоем собрались? Вот. Либо лишний. На пол вковаться. Если из них покажу. Я быстренько релогнусь. Что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Че, решил связь не поводить? Мне это просто делать проще. Нет. Да я знаю, знаю. Мне за ЕП. На успех. Ты берешь за ГПшку? Да, да.
Услышал. Да. Шею. Шею с МП-5 забрал, кто нет? У меня все сломаны. Мне, короче, смысла нет в спек нажимать, да? Я просто на мэй нажимаю и все. Типа, что ты так ДД, что ты так ДД. Тут тот же самый рога, что в мычке, что ШД. Да. РЧ, поехали. Все, куда? Еру. Отличные новости, народ! Я починил трубы, для подачи не дают и слизь. Слишком много ДДРДР. Прям все. Еще одного забирать. Случайно одного мелкого подобрал. Нормально. ДД всего лечит. Сам бежим. Хорошее плечо на ПВП. Кислый шею не дизел еще? Че еще не дизел? Давай я заберу хоть за ГП на ДЦ спек. Она с критом. То у меня с хостой где-то. А куда сейчас идем? Мелпер. На принцов. Мелпер. А крит она уже падает. А там есть с духом что-то, нет? Дух крит келя. А, ну тогда давай я тогда оттуда возьму. От которой квестовая. Чё, квест был? Нет, квестовая шея, я говорю. Это зелёная какая-то сфера, да, там? Да-да-да, вот, смотри, чё. Да. Спасибо. Подождите, не сдавайте.
Кислый, не про то. Я просто смотрю, мимо профа бежим. Так, идем на квест. Потом это, синдром, потом проф. Одной флаской за протом. На 2 минуты можно отойти, Леша? Да, иди. Спасибо. У меня отойду, ты почти. Как трэш бьем? Собака или так идем? Так идем. Тогда поехали. Полчаса на квартал Сирич. Сразу контроль дам. Там розовый ротик оф. В курсе. А квест был, но заразиться двумя этими видами чума, да? Нет. У меня просто на принцов. Светится на сдачу что-то. На принцов. Нет, у меня вот здесь на входе стоит с этим, могу сдать что-то. Какой-то квест, наверное, с прошлого раза. Возможно. Спускать же не будем уже. Все, еду. Давайте. Ладно. Череп первый. Нету. Yeah.
ДД кинетика миликов достаточно. Думали, что одолели нас. Кова два справа. Санлейн, непобедимые воины короля лича. Теперь подходите сразу туда. Силы едины. Иди. Восстаньте, братья. Аксана был досадным недоразумением. Сила света позволит вам свершить отмещение. Прольется кровь. Смотрите. Либо уйди, а тут суд же будет. Моя чаша полна. Прольется кровь. Еще один лист. Еру. Право. Черда демо. Кинечку перебить осталось. Черда. Сень. Сена. Неподходящая я не забыл отдать в начале у Гролёв колечко. Да в ГБ загинь, да и все. Да, потом усоровал, да не ясно.
просто перекор будет. Рейсник. Сзади. Лена, сбегай, рейсник. Лёша, он ещё в офисе. В офисе засижу. Сейчас. Так он там и по субботам, и по воскресеньям сидит. Тут не чисто. На дне. Все чисто. Все чисто, там скрытая камера. Выгонишь. Пускай деньги зарабатывает. А поиск профа надо кому-нибудь? Все правильно. Муж работает, Маша играет. Конечно. Один. Все сразу. Баф. Давись. Кровата. Все похавает. Секунду, уже им. Если монорад кура не появится, значит чипы. Он писал в дискорде то, что во время РТ может быть нужно будет это. Где-то сон. Что? Написал 30 минут. Погнали, время идет. Какая разница, уже прошло, блять, больше. Это было разумное решение. Лена, встань ты, блять. Я стою посередине, чё не так-то? Не в середине. Привет. Чего дивит? Потом лужи здесь. Да не будет на мне лужи, я везучая. Я сегодня в дурачка сам день был. Ты убрел. Видишь? Челов начал. Слабо бьем. Чё не будем бьем нас два? Я лагаю еще на шестом месте, что-то здесь нечисто. Thank you.
наш кефир пасек. Начинаем представление. Поражимки укуса. Адмирал, ты серьезно это? Идиот. Стал бы к лужу накручивать все. Нормально? Как ты бегаешь? Ну, начинаем представление. Убивайте. Заводил минус 2, видишь? Надо щит. Что не сделаешь ради накрутки ХПС? Можно и больше постоять. Я убрал, ты шею просил. Обнажите клинки, соратники. Да, я убрал. Да нет, там скелля получше будет чуть-чуть. Тоже с критом, но с духом. А то что-то кричал, давай, я рядом походил, думал, может я голос перепутал. Какая перекур? Поставьте. Белорус есть? Да, есть. Да. Я хочу холика попробовать сделать через крит. Слишком далеко. Лена, начистишь все за печенье? Клик. Выманите их сюда. Эту строчку. Поможем. Тут видишь, некоторых будет попадать, даже если на них сундука нету, я и вижу. Поставь этот отсчет. Нужно подойти поближе. На Лича какие-нибудь покупатели были вообще или нет? Там на Аркус вроде бы какие-то люди есть. Да, на Аркус.
Короче, этот, если Лича закроем до 9, тогда, типа, до 9, тогда продадим. Все зависит от времени. Потому что у нас еще око стоит не закрытое. Ну ты скажи, я зайду за этого персонажа. Ну нет. Хорошо, типа, если я быстро закрою, тогда окей, типа, возьмем. Просто это друг, мы я на понял. Нем не навариваемся. Гильбан, я знаю, деньги. Что это. Завтра вон это, в обычку берите. Если хотите заработать на обычку больше желающих, чем на хэмку. Пусть и на Ваньку спекнешься в холле пала. Быстрее захилить. Кирс тоже в хила спекнешься. Скажите, когда перекур закончится. Еще минута. Коника, сгоняй пока комнату на профи открой. А мы сейчас на профа идем, да? Леха, можно сгонять за сопротом купить? Еще 30 секунд перерыва. Перед синдрой. Пока будем. Не, у меня есть один, на всякий случай еще один докупить. Клапану, да, обмен. Не, я просто, чтобы он комнату открыл, чтобы мы на профу пришли, уже комната открыл. Все? Открыто было. Они стояли, 2 часа ждали комнату. Все, поехали дальше. Ваха, мы про твоего и говорим. Поезд кому-нибудь с профа надо? Души нет. Спроси, он готов. Такие акоты есть, там только монород у вас, и то если вернулся. Тут Санте уже открыл комнату, и он уже в комнате с профом, кстати, тут сидит. А, ну все, идите обратно. Ну, он, на... только он походовка. Одного только. Хильте, хильте. Лёха. Что? На профа одного можно за поясом, если упадет? Далеко до профа. Еще перед профом 2 босса. Могу на 2 босса.
Жизнь на рулет, говорит он. Да. Какая-то хуета по рейду бегает. Аккуратнее, у вас один танк. Сейчас захожу. Сражались с плетью. Да благословит вас свет. Впереди вас ждет много опасностей. Рулет справа. Постарайтесь сохранить все части. Да знаем, мы едем уже.
Подожди. Закиньте янерапа. Тонны убрел. Я убрел Пусси, Полина, выпал. Артемия вылить вождем, нет? Лёх, кто в портал, нет, кто нам нужен? Элбрил, Полина, Пусси. Я плохо летаю, лучше Полина кого-нибудь другого отправь. Учись, Серега, учись. А зачем? Я вот здесь поставлю колодец, он до 50% и отхилит, пока они летают. Все, поехали. Саки проебу все равно, да и все. Ладно, поехали, все. Стаками колодец будет больше хилить. Ты ее захилишь за пару секунд. Не понял. Я убрел против по часовой стрелке. Что-то на фризы начались, кровь на слил. Да, у меня слетели стаки. Бежи, я и так. Не понял, что Долорес? Можешь бежать, я тебе и так отдам.
Лена, прыгай. Смотри, видишь, я раньше тебя оказалась тут. Пошли. Зачем меня сунуть? Я уже под... Так долго шкаф ставил. Яру поднимите их. Я даже не била никого. Вот за это и умерла. Срез не. С правой стороны бейте, ой, палатик, который бейте. Еще не сказал же кислый, бейте, который на палате. Это солотарь. Надо еще один СПДшник. Хотя бы. Килы будут пока до освобожденки. Норсия. Локи. Оба двое. Пухана, можно с Лока загнать. Нет, ДПС как бы хватит. Гвожданка не выше. А у Монорота с собой нет? Ну, постоим на освобожденке. Монорога у Сова есть. Так, так. Еще сам. Была же. Не, если дело в символах, то могу дать.
Вот для этого придется еще на самого персонажа. Все, летите, собирайте. Ага, еще что там будет? Пусть вам еще пообещают дом, хорошую работу и 5 детей. Это не очень хорошая, 5 детей. Почему именно 5? Не знаю. Просто в лестницу. Ну, народ, они сказали, что дыхашек забежит. Ничего так не... Намек, понял? В среду будет. Дыхашки? Да. Уже год обещают. Никто не знает, в какую среду. В среду. Ну да, никто не знает. Я намекала на то, что мало ничего никому обещает. На Афе все перейдут за ним. Просто на Афе, когда ДК вышли, там пол сервера, наверное, звонили. Нет, до сих пор нет. Новая раса появится. Лисичка. Нет, точно. Я представила... Как и я. Я представила пианистку лисичкой. Неплохо, неплохо. Какая милота. Не, ну в принципе, зато меликом есть теперь чем пианистка. Лиса. Не, не классно. Только статуи у них стрёмные. Что для хила, что для танка, там ничего полезного нет. Там для дамагера не очень. На кого забери? Этот персонаж, по-моему, только для женского пола. Кто любит там зайцев и прочего такого. Сделали бы уже выход на этот, на 8 марта. Это в ФХМ? Да, Сереж, про эту лису. Лёх, у меня есть минуты 3? Да, есть. Надо бежать. Пока Синдра приземлится, пробафает. Так, короче, пусть я спекаюсь в этого холика. Здесь Лена себя хоть подхиль. Машу уронили. С того, что Лена не хилит. Помним, любим тотемы или что-то. Так, ребёху ставлю. Если в холле падя. Играем так. Типа. Немножко сложновато будет. А можно джесс? Лёх, мне в ДД или в хиле? Ты в ДД. Окей. Ну, мы в 6 хилом идем, 2 холи пала и все остальные хилы, 5 группа. Банально пусть, потому что освобожденка будет вешаться через край. И... Ну, я думаю, должны прохиливать, если даже 2 хила...
3 хила будет в освобожденке или 4, то 2 должны справляться. Много стаков не ловите, потому что вы хил. Есть рыба слева. Бага, как ты себе представлял? Нагу на коне. Типа у него хвост раздвоится, да? Типа он свисал.